Так, мы переместились в горную часть Чечни и сейчас находимся в Веденском районе, Ведено, как я поняла. И идем еще на один родник. К сожалению, очки дома забыла. И против солнца не вижу, что я снимаю, но должны краски получиться очень красивыми. Идем еще к одному роднику, где помимо воды есть еще памятник местному Робин Гуду, как сказали, который в стародавние времена отбирал все у богатых, проезжающих мимо, и отдавал своим одноульцам бедным. А, ну вот он сразу тут огорожен. А, там конь есть. Ой, я тоже хочу такую фотографию. Так, сейчас дойдем, попробую там еще без людей снять, если это получится. В выходной день очень много людей, очень много групп, которые сюда заезжают, чтобы поснимать водички, водички. А, ну нормально он течет. Можно и руки помыть, и попить, и водички с собой набрать.